Всем большой привет! Сегодня будем готовить вкусную сгущенку в домашних условиях. Процесс простой и быстрый. Сгущенка получается ничуть не хуже магазинной. Причем без всякой химии. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем глубокую, широкую кастрюлю с толстым дном и стенками. Наливаем в нее 1 литр свежего молока жирностью не меньше 3% и отправляем на плиту. Сразу добавляем 300 граммов сахара, 1 щепотку соли и доводим содержимое кастрюли до кипения на сильном огне. Молоко постоянно мешаем. С момента закипания варим его ровно 25 минут. Огонь убавлять не нужно. Он должен полностью покрывать дно, но не выходить на бока кастрюли. Не забываем, что массу надо непрерывно мешать. Спустя указанное время выключаем огонь. И переливаем сгущенку в горячую сухую стерильную банку. Получается ее из литра молока примерно 0,5 килограмма. Закрываем банку крышкой и после остывания отправляем в холодильник. Вот и все. Натуральная домашняя сгущенка готова. Чтобы сгущенка получилась однородной без крупинок, в самом начале в молоко можно добавить немного пищевой соды. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.